Так, вот и утро. New England law. Так, вот там он парк. Там тоже вот что-то. Не знаем, это может быть Гарвард, может нет, скоро узнаем. Посмотри. Что там? О, стройка. Да, стройка. And here. Ага. Мы очень высоко, конечно. Вау! Вот мы на такой же. Плывем.
guys can be part of your life. You have to check out the robot dog. His name is Spot. He's really cute. He can do anything your regular dog can do. He can go up hills, he can go down hills, he can go through tunnels, he can walk across rocks. But can he love? I think he can. He's inside the museum. Везде можно с животными, не так как в Нью-Йорке. Дон Главер, статуя из бронзы. Девчонки. Привет, девчонки. Так, это мы идем по аллее. Сначала там будет какой-то ботанический сад, а потом большой парк. И это все в центре Бостона. Очень классно. Тихо здесь, тихо. Это, конечно, не Нью-Йорк. Население Бостона 650 тысяч человек, чуть больше Винницы, но очень красиво. Да, здесь красота. Очень много людей на спорте. Аллен. Да, еще грохнись туда, обязательно, не забудь. О, телефоны в Нью-Йорке уже убрали. В Нью-Йорке уже нет этих телефонов. А, тут их тоже, походу, нет. I found a bee. Да? Так, обнаружили дом для уточек. Здесь уточки живут. Так и называется. Duck House. Waterboat. Водяная лодка. Здесь они так тусуются. Там вон, там тоже, да. Прикольно они придумали для уточек. Ребята, вот мы добрались до Гарварда. Гарвардский университет в Бостоне. Один из самых известных университетов в мире. Сейчас вот мы зашли сюда. Тут все студенты. Очень много их здесь. Не знаю сколько. Давай, Алан, дотянешься, будешь здесь учиться.
это у них это здесь библиотека. Просто Гарвардская библиотека. Центр. И здесь такие уютные уголочки, где можно посидеть. Вообще кайф. Вон чувак здесь сидит, вообще кайф. Мало, надо пиццу взять на подроде. Может, там будет. Все, мы отсюда выходим. Всем спасибо. Мы пошли кушать и обратно в Нью-Йорк. А получается, Харвард был основан в 1636 году.